Приветствую дальнобойщиков, с вами Sony. Продолжим наше путешествие в Евротрек Симулятор 2. Итак, друзья, некоторые из вас, кто смотрели мой предыдущий стрим по ETS, наверное, в курсе то, что я наконец-то прикупил нормальную фуру. Это Volvo FH16. Вот, я думаю, наверное, пора бы что-то ее обкатать, покататься на ней, заценить, как она себя покажет. Я ее затюнинговал, там 750 коней у нас имеется под, не знаю, как это сказать, под жопой, наверное, правильнее. Вот, так что можно будет сейчас взять какой-нибудь груз такой. Давайте посмотрим, что там дают у нас грузы. Прямые перевозки. Чё-то я как-то нахожусь так не темно. Придется что, ехать на Росток? Самое ближайшее, чтобы затариться чем-нибудь. У нас тут есть что-нибудь там. Ой, от Ростка вот этого вот во Францию куда-то там нам надо ехать. В Лион. Ну, в принципе, ну, такое. Не валом, но пойдет. 40 косарей нам забашляют, а что везем? Топливная цистерна. Ну, можно и взять такой груз, почему бы и нет. Блин, ну далеко ехать, конечно. А еще есть такой вариант отсюда. Здесь 45 тысяч башляют. В Италию. Я даже не знаю, наверное, лучше съездить. Это что, расстояние 1500 километров, дальность за 4 часа. А сколько мне тут надо пилить-то, интересно? Наверное, пару сотен км придется. Наверное, возьмем мы этот груз. Он нам немножко выгоднее выходит по деньгам. Сколько? 29 евро получается за километр. А тут... О, тут 40 евро. Не, нихера, тут интереснее есть. Значит, мы все-таки поедем во Францию. Нифига. Хорошо, выбрать как место назначения. Поехали на Росток. Давай, Вальваша. Едем мы в онлайне. Все как надо. Кстати, чуть не забыл. Надо переключиться на рацию. На 15 канал. Мало ли что, вдруг там наши будут. Но! Все. Переключились. Наверное, может, заправимся сразу. Удобно так как. Пользуясь случаем, глохнем. Заливаем. Бабла мои, вон, смотрите, нигеры на негрили, он 3,5 ляма. Весьма так. Ничего. Отлично. Заводимся. Поехали. По коням, что называется. Так. Какой-то чувак стоит. Где тут выезд у нас? Здоров, чувак. Текс, тут нам... Подожди, где GPS? А, вижу, понял. А ехать там сколько? F5. Задание отсутствует, это понятно. По зеркалам нифига. Так, а ехать там 210 километров, чтобы загрузиться. Ну, хорошо. У меня на самом деле было там какое-то задание, я уже не помню, нафиг я его брал, но я его решил отменить. Ух, нифига, как она тулит. Ох, она жарит. Ребята, она перчит вообще знатно. Я ж пустой сейчас. Охереть. Вот это давит. Вот это, я понимаю, фура. Так, а как там у нас? Поехали на дальнем. Вот это, я понимаю, фура. Вот это серьезно уже. Чё-то народа нифига нема. Глушь и тишина у нас. Хотя у нас белый день за бортом, не знаю. Должны быть людишки, наверное. Блин, ну она давит. Просто фей, с какой скоростью ее? 140. Чтоб не положить ее на бок, стрёмно. Я, конечно, и заднюю ось там поставил, чтобы она была постабильнее. Охренеть, какая она быстрая. Так, кто-то там есть. Переключаемся на ближний. Здоров, кто-то. Нормально так припарковался. Так. Перестраиваемся. Прикольненько, прикольненько. Тихо, тихо. Можно на автомат, наверное, перекинуться. Я думаю, что она даже на низах будет пустая. Наваливать просто знатно. Так, нет никто. Перчим. Давай, жарим. Гонки на Вольве. Нет, все-таки давай на механике. Точнее, на секвенталке. Слушайте, мне аж как-то непривычно, знаете, что фура едет. Она реально едет. А Скания еще мощнее, говорят. Чем 750 коней. У нее, по... А, подожди, у меня не 750, у меня, по-моему, 640, я не помню точно. По-моему, 640 у меня. А, потому что она еще не full топ, мне левел не позволяет запилить ей максимум. Так что, наверное, 640 или 750. Я не помню, короче, ребят. В прошлый раз я тюнил, интересно, надо остановиться, чтобы посмотреть.
Ров. Не туда ткнул. Дальний свет. Ух, ё-моё, подлагивает. Да нафиг этот поворотник вечно я включаю. Сколько она там палит? 140. Охренеть. Кто-то на аварийчиках там стоит. Просто охренеть. Там мы сейчас, наверное, вот эти вот, смотрите, мы уже 80 километров пролетели. Именно пролетели, а не проехали. 155. Вроде бы она пустая, должна и 170 поехать. А это я на какой передаче? На 12-й, это последняя уже. Только бы ее не положить на бок. Реально, 160. Так, а вот здесь такой поворот стрёмный. Вот сбавлю я, пожалуй. Стопудово сложится. Хотя пустая, конечно, она постабильнее, эта машина, чем когда загруженная. Но, тем не менее, стрёмно. Давай, родимая, давай выдавим себя. Кстати, тут негде, блин, у нас дорога такая вся извилистая. Реально тупо негде наваливать. Даешь 12-ю. Блин, на такой скорости реально проходит эти повороты. Обалденная, конечно, Вольваха, честно говоря. Да, в принципе, вы мне неоднократно говорили, то, что это лучшая фура, одна из лучших. Вольва и Скания. Ну, Сканию я еще не купил. Хотя у меня здесь, честно, есть бабки. Я, по-моему, не открыл или открыл сам автосалон, уже не помню, опять же, во время стримов. А, открыли мы и Вольву, и Сканию открыли. Так что, ребятушки, я думаю, что этот рейс мы сейчас сделаем на Вольве, а следующий рейс можно будет запилить на Скании. Посадим еще какого-то там нигера. Хай негрит нам на машине. Рубит нам наши миллионы. Удобная штука онлайн. Раз залогинился, и вот все вот эти вот чудаки, то, что у тебя там есть, работяги, водилы, они себе катаются, зарабатывают деньги, даже когда ты в офлайне находишься. Ой, 550 евро, прям боюсь. Стараюсь все-таки перелазить с полосы в полосу, потому что стрёмно, чтобы она не легла на бок от такой скорости. Хорош тебя клоцать. Давай, жарим. Такая, знаете, именно спортфура. И спидометр явно 120 мало нарисовали. Явно мало, он его ложит просто на раз-два. Так, мы уже почти приехали. Тут лететь не будем так особо. У нас куча народа, ой-ой-ой. Переходим на автомат. Где-то здесь заезд. Вот это Trade Aux. Видимо, это. Ну, что дают? Наш груз, вот, да, 40 евро за км. Отлично, взяться за работу. Сколько там? Сейчас загрузимся, посмотрим, сколько там тонн. Я не обратил внимания вообще, чем мы везем. Опять бочку какую-то. Прицеп готов. Это же замечательно, что он готов. Мы тоже готовы к прицепу. Давай, давай. Клоцан. Итого. Да хорош тебе пищать. Ученик, мне интересно. Так, 12 тонн всего лишь навсего. Мы везем каких-то несчастных. Топливная цистерна. Ну поехали, чё уж там. 5 обратно. Пути у нас 1259 километров. Не очень-то и много, честно говоря. Давай. Драйв. Прям вообще драйв. Так, а тут нам надо назад возвращаться.
твою. Че это тут у нас дергается? Я не вылез еще. Давай. Залазь. Ну. Боже, как он дергается ужасно. Давай проезжай. Твою мать, задолбал. Ну проезжай, блин, иначе я зацеплюсь за тебя. Все, чувак проехал, мы с ним разъехались, божьей помощью. Было бы неплохо сейчас тут еще как-то разобраться. Он сюда. Спокойненько, спокойненько, спокойненько. Чигирим. Отлично. Текаем с этого города. Здесь куча движух, куча народа. Неплохо пролезть сейчас. Давай, автомат. Так, нахер автомат. Я сам себе автомат. Ух, вот это она жарит. Прям норм вообще так едет. Вот это я понимаю, точило. Наконец-то у меня хоть фура человеческая появилась. Ё-моё, я прям только бери и успевай переключаться на ней. Ладно, автомат. Хай себе тупит помаленьку. Давай. Так, пониженную. Хотя даже Volvo, видите, при 12 тоннах под горочку немножко теряет скорость. Ну, это такое уже. Чего интересно, нагруженная у нас сейчас разгонится. Блин, сейчас опять эта дорога. Потому что мы туда же едем, откуда приехали, в общем. Откуда ехали изначально. Стопудово. Не, ну хорошая тяга у машины. Соточку она аж со свистом. Аж со свистом. Просто припеваючи. Даешь 11-ю. Бодрячком разгоняется. И это у нее практически топовый двигатель. На топовом она, наверное, еще будет хлеще. Или, блин, надо было посмотреть, сколько коней у нашей Вольвы. Ладно, не важно. Важно то, что едет она реально, будь здоров. Он 130 с грузом. Здесь я, правда, наверное, поприторможу, попридержу коней. Вот так вот, до соточки, с копейками. Хотя можно было и на 130 проехать. Что-то мне кажется. А там бог знает. О, кто-то меня там нормально так догоняет, я смотрю. А он ушел. В сторону этот кто-то пустой едет. Так, сбавляем маленько. Опять что-то едем. Вот мы сейчас в Европе находимся уже, а не в Швеции. И как-то... Или в Швейцарии, где там наверху эта карта, уже не помню. И людей что-то не то чтобы густо здесь на дорогах. Хотя странно. В Германии, я так понимаю, самая такая движуха. Можно только успевать переключаться на ней. 12-я. 140. Блин, надо бы не переборщить, не проспать поворот какой-то такой нормальный. И не положить фуру на бочочек. Но она так стабильно прет, тем не менее. 130, вот такие повороты. На такой скорости даже Renault Premium бы тут уже стопудово на боку валялась. Ну, начнем с того, что она бы тут не разогналась так, в принципе. А это даже разгоняется, вон, на 12-й передаче, на последней. Тянет все равно. Офигенно. Реально офигенно. 140. Входим в правый ряд. 143. Давай, даешь 160 с грузом. Так, нам скоро надо будет там на поворот уходить.
немножко так кренится все равно на такой скорости. Вот это, я понимаю, экспресс-доставка груза. Такс. На колечко прямо. Окей. Нет, стоп. Я все правильно держусь в правом ряду. Проправ. Нет, все-таки нет. Отлично. Блин, где люди? Чего мне так везет, что еду же по таким маршрутам, что ни души нет? Попутчички какие-то, колонны попались бы. Прикольно так эти эмблемы Вольво так вкринились. Опа, кто-то тут что-то перчит. Спасибо, чувак, что перестроился. Я что-то не обратил внимания, что ты тут не снесся. О, Иосиф, Сталин. Приветствую, друг. Что-то он морозится. Иосиф Сталин. Я, кстати, на дальнем еду некрасиво как-то. Поедем на ближнем. Что это он так стал? А, нормально. А, это он лагает у нас так. Интересно. Лагалище. Ой-ой-ой. А, ушел в сторону. Офигеть, пролагало. Интересно, что это так? Сервак или интернет у людей такой? Недолго у нас попутчик был. Ну да ладно. Поехали опять на дальнем. Так, что у нас там с керосином? Керосином все, полный порядок. Кстати, интересно, как с расходом у этой Вольвы. В принципе, глубоко по барабану, но все равно интересно. А, вот получается на 630 литров мы 1200 км проедем. При таких раскладах. А так сейчас будет увеличиваться, наверное, циферка. Не? Все равно, те же яйца, только в профиль. Так, что там, 140 мы так стабильно, видите, блин, реально стабильно, она 120 и выше дулит, и неважно, горка, с горки. Вот сейчас мы реально едем как бы под горочку, маленько. И у нас 140 вваливает. Прикольненько. Надо брать Сканию. Но, по-моему, чтобы... А, ребята, я купил, кажись, Сканию. Только у меня уровень не позволяет ей топовый двигатель сделать. Скания слабее у меня сейчас выходит, чем Вольво. У меня уже там целая практически империя. Куча фур. Надо будет потом купить вообще все, что только можно. В принципе, бабки позволяют. А, и посажать туда народу хай не грят. Бабосики. Так, тут, наверное, что? Отлично, проходим мы прямо здесь. 150. Вообще огонь. Просто огонь. Вот это я понимаю, телега 151. Именно тягач. Воу, воу. Немножко потерял его. А, себе оставьте эти 550 евро. Мне не жалко. Вот так можно просто сыпать по пути. Все равно на такой скорости она так чувствуется, что кренится стремновато. Подсбросим чуть. Или нет, тут пройдет. Нормально. Жалко, мы так именно крейсерскую скорость уже 150 взяли. Но она сейчас все равно так кочегарит стопудово. Это однозначно. Просто гадалки не ходи. Сколько мы там проехали? 978 км. Ну нормально, треть пути мы и пролетели уже. Удобно. Выходит. Так, здесь мы едем прямо и на кольцо. О, мы даже, может, кого-то сейчас догоним. Хотя, я тут, насколько я знаю, практически все ездят на Вольвах и Сканиях. Так что, не факт, что догоним. Давай, родимая. Вот, перчит. Тахометра не вижу. Все, вижу. Слышно, на верхах даже турбина отключается. Уже просто не вытаскивает. На предельных оборотах. Ну-ка. Потухло. Интересно, что было бы, если снять ограничитель вот этот вот оборотов.
принципе, дизель не любит высокие обороты, вряд ли он там будет тащить. Так, нагоняем того чертяку, хотя он уже уехал, по-моему, черти знает куда. Так что нифига мы его не нагоним. Дальний свет нет смысла тут включать. О, у нас попутчик сейчас будет. Что не прикольно в онлайне, когда люди появляются, реально подлагивать начинает картинка. Это не очень радует. Иду-ка я в средний ряд. А то тут будет съезд, и наверняка там полоса. Вот, я угадал, уходит у нас вправо. Чувак сзади нас что-то нагнать не очень может. Как-то так получается у него. Красота. Так, впереди кто-то есть. Припарковался тут у нас. Включим дальний, что ли? А то освещения нет. Даешь 12 скорость и полетели теперь. Кочегарим ее. Давай. 160 хочу. Хотя кто-то говорил, что до 170 даже с грузом некоторые люди разгоняются. На Вольвахе. Так, стрёмно. Стрёмно, стрёмно. Такие вот повороты на шоссе. Кто-то едет. Все какие-то помороженные. По рации не общаются. Не сигналят. Ну и бог с вами. Так, наваливаем. Что там за знак? А, это 7-е шоссе у нас. Окей. Вот эта вот извилистая дорога в Европе, блин, чё б не делать ее более какую-то прямую, спрашивается. Холмы не позволяют. Текс. Давай, родимая, кочегарь. Чё-то темп немножко подсбросил. Вот, 140. Средняя крейсерская скорость должна быть 140. На такой-то машине. Во-во-во, пошла. Давай. Блин, и обязательно тут должен был быть поворот, чтобы сбросить скорость. Обязательно. Или пролечу. Чё-то я стремаюсь. Подсбавлю я от греха подальше. А то положить фуру не очень-то и хочется. Не камильфо, как минимум. Где люди? Я не понял. Едем вообще по пустырю. Я понимаю, когда по ночам я там ездил, снимал. Не души было. Ну сейчас же белый день, ё-моё. Ну белый, правда, будний день. Ну то, неважно уже. Так, тут обязательно сейчас должен быть радар перед мостом, как всегда. Да, есть. Получите свои 550 денег. Получите, распишите. Все равно мы будем в плюсе, как бы мы ни перчили. Если ДТП не устраивать, то в любом случае выгодная поездка получается. А так, учитывая, что мы перчим быстро, экономим время. А время — это деньги здесь, как известно. Причем бывает даже не маленькие. Еще вроде бы есть моды на эту игру, что можно там найти фуры там по 2000 коней цеплять. Это, конечно, на разонап-то. Они такое в космолет превращаться. Дрэх-фуры. 2К коней, если присоля, как бы она перчила. И какая коробка там должна быть. Так, сейчас мы в какой-то город там уже будем въезжать, по-моему. Скоро. Люди-человеки. Переходим на ближний.
Здоров, здоров, братюни. Уходим вправо. О, даже попутчик есть. А ну, нагоним его. Или, подожди, сложу. Не, не сложу. Давай, 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 держись. Понижено. Жарим. Попутчик, наконец-то, живой человек. Кочегарим. Давай, родимая. 125. Тем не менее держит, видите, в горочку. И даже медленно-медленно она набирает. Так, почти полбака керосина у нас ушла. А чувак этот ушел, походу. Либо он вышел из сети, я не знаю, либо... либо оторвался. Я не обратил внимания. Ни хера себе, какой он быстрый. Ладно, переходим на дальний. Реально быстрый. Офигеть. Сколько же он скорости ехал? Это такая дорога извилистая. Не, наверное, мне кажется, что он вышел. Ну и бог с ним. Опять едем по пустырю, сами в гордом одиночестве. Где там тот город? Так, тут стрёмно сейчас как-то смотреть на GPS. Проедем этот трэш. Опять петля будет. Дороги, конечно, такие в Европе все однообразные. Вот эти вот виляния туда-сюда и петли. Либо это все скорее в игре так сделано, что все однообразно. Здесь, кстати, можно очень бодренько, заметил еще, оттормаживаться двигателем, понижая передачу. Реально бодренько. Давай. Что ты вылез, блин? Здоров, пацаны! Вообще, ребята. Тут, видать, шоссе такое более уже живое. И мы хоть находимся. Да, вот мы сейчас как раз в какой-то городок приезжаем. Кажись. Что-то будет. Хоть людишки появляются. Изредка. О, у нас, кажется, утро случается. Да, Volvo, конечно, телега крутая. И руль у нее, я смотрю, такой гламурный. Разокрашенный весь, типа кожа, рожа, все дела. Хотя, честно говоря, вот именно вот по салону мне Magnum больше нравится. У него, во-первых, посадка выше, прикольнее. Может быть, конечно, это ему устойчивости не добавляет, но интереса, как бы, езды в кабине добавляет. Когда ты такой, как в лайнере, и там лобовое стекло от колена и почти до потолка. Реально круто. Надо будет еще пробовать Сканию. Реально. То есть довезем этот груз, ребятушки. Сейчас мы где-то тут привал уже сделаем, наверное, в городе. Вот. Довезем этот груз в следующей серии. И потом надыбаем себе Сканию. Я не помню. По-моему, я уже купил Сканию. Либо не купил, а собирался. Просто у нее там коней было меньше, чем у Вольвы. На тот уровень, то что у меня. Потому что у меня, кажется, 19 уровень сейчас. Если я не ошибаюсь. О, смотрите, тут даже какие-то люди имеются. Ничего себе. Ничего себе, даже двое попутчиков. Сейчас мы вас будем нагибать. Вообще. Так, перестроюсь-ка я. Это как-то стрёмно. Один стоит. Так, вот здесь, наверное, можно будет кинуть кости. Мяу, мяу. Тихо, тихо, тихо. Автомат. Заправляться нам особо не надо, а вот кинуть кости. Вот здесь вот тесный такой паркинг. Пум! Кинуть кости вообще, вот так вот прям. Вот, как-то можно. Будем, ребятушки, закругляться на эту серию. В следующей серии мы эти оставшиеся 600 километров уже допроедем. О, прикольно, смотрите, глухнет машина.
И свет тускнее становится. В общем-то, как за правду. Вот, в следующей серии мы уже довезем этот заезд. Груз. Почку, эту цистерну. Потом надыбаем скунью, господи, сканию. Скунсию. Вот, купим ее и покатаемся на ней еще, посмотрим. Может быть, даже уровень позволит. Нет, по-моему, 25 уровень надо, так что было вообще все открыто. Так что это будет чуть попозже, именно прям full топ тюнинг. Ну, в общем, неважно, посмотрим. Так что такое. Ладненько, вам спасибо за просмотр и всем пока.